Добрый день, дорогие друзья. Играем в Dead by Daylight. Ну что ж, генератор где? Генератор за автобусом. И смотрим. Ага. Он за дедом пошел. А кто это? А, это Фредди, точно. Я как-то не посмотрел. Пойдем, дед. Опасно. Так. Давайте теперь мы здесь поможем. И потом нас вылечат. Ну да, это проблема. Это проблема. Ну давайте тогда сделаем вот так вот часики. Оп. Лечиться все равно никак. Поэтому буду... Буду чинить. К тому же, что-то по генераторам уже мы отстаем. Плоховато. А, вон идет кто-то. А, да? Я понял. Сюда идет. Давай. А тот там остался, да? Чинить. Ой. Подожди. Ой, он за ней пошел. Он за ней идет, он сейчас ее догонит. Что за приколы? Нет, дед, не иди на холм, не иди на холм. По геникам все очень плохо. А, ну хотя бы так. Неужели там он? Да, похоже, да. Он там. Надо идти чинить. Я подозреваю, что и палетка не настоящая.
Ну да. А, да. Двойная скорость, потому что мы чиним два разных генератора. Ой, а тут порча у него. Она же не настоящая, да? Да, она не настоящая. Это, наверное, тоже. А, не получилось. Ну, как-то он очень плохо ослеплялся. Учитывая улучшения, которые на фонарике, он как-то очень плохо ослеплялся. Так, ладно. Там, наверное, еще... О, тоже неплохо. За кем же он бегает? Надо его разбудить. Надо деда разбудить. А, подожди, а разбудить? Если он сюда пойдет, надо будет камешек кинуть. Нет, смотри-ка, он... По-моему, этой палетки тут не было. Я подозреваю. Оба не лечимся, да? Лишь бы геники дочинить. А, за мной. Ой, здрасте. Когда-нибудь это должно было случиться, он бы догадался. Но в доме не видно. Вот в чем минус дома. Ой, а далековато. Он там бегает, значит, у нас есть шанс дочинить? Нет? Нет никаких шансов.
Как же мне вылечиться? Никак. Ответ никак. Хижина далеко. Эйс должен спасти Клодет, потому что он там был. Ну да. А вот мне конец. Меня сейчас Фредди убьет. Ой, я туплю. Палетка, разумеется, не настоящая, а бежать некуда. Палетка не настоящая. Нет, она настоящая. О, он телепортируется. Он боится за генератор. Придется в шкаф. Вот сейчас прям очень опасно. И он этого еще ударил. Может быть, тут будет это? Аптечка какая-нибудь? Да, что-то без самохила вообще печалька. Он за Эйсом бегает. Ключ? Вы серьезно? Еще и сломанный. Он бесполезен. Ладно. Буду дочинивать. Я и так много времени потерял. А Эйс-то, возможно, там убегает от него. Это время нужно было потратить пользой. Ладно, скорее всего, Фредди сейчас догонит меня, и, может быть, люк какой-то будет. Ну да. Ой, не повезло. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.